покажу немножко, как мы будем пилить деревья. Вот. Начиная с этого дерева и в конец нашей паперти. Думаю, засниму до и после, как будет выглядеть. Даниил, что ты кушал? Он уже по чуть-чуть с другой стороны пиляет. Это до, скажем так. И засниму после. Засниму после, когда деревья будут уже убраны. Вот мы заходим в калитку. Это... С другой стороны уже деревья вырубывали, расчищали, чтобы было все красиво. И мы все, короче, преображаем наш участок, чтобы красиво все было. А тут все было уже заросшее. Плюс еще забор будет меняться с этой стороны. Да, вот тех всех деревьев не будет, кроме, конечно, фигового дерева. Останется только одно дерево. Вот. Данил все наблюдает за работой. Прогресс идет. Уже это дерево забрали. Два даже. Остались эти. Скоро этих всех деревьев не будет. Снимаю дальше наш прогресс. Деревьев нет. Выглядит голо, как-то непривычно. О, саванью жевал. Нет деревьев этих. Проемы забора повынимали, наверное, чтобы легче было ветки вытаскивать. Так вот все выглядит привычно. Какой вид сразу открылся, когда деревья спилили. Прям непривычно. Дрова немножко оставили. Еще большие стволы по рубит и добавится. Еще когда уберут, уже не дождусь. Нам сегодня стан срывают. Там корни вытащили, там все перемололи.
остается от корня. Ничего. Еще уберется, здесь будет красота. Деревья уже вырубили, все убрали. Вот, открылся наш двор. Теперь с дороги будет видно. Плюс и нам больше солнца. Откроется хороший вид из окна, из окон. Посмотрим, может быть, еще задние деревья уберем.